Оставлять его в живых не стоило. Отключай, Денверс, отключай. Инженерный журнал, говорит Темпл.
Кто-то отрубил топливопроводы главного двигателя, а заодно испортил клапаны. Их надо починить, прежде чем снова открывать, но у нас очень мало времени. При отключенных двигателях орбита начнет сужаться меньше, чем через 10 часов. Не пойму, кто это натворил. Если один из чокнутых юнитологов, клянусь, я сверну ублюдку шею. Хендерсон сказал, они рядом. Нельзя было оставлять его в живых. Заткнись, Тендерс, и тащи инструменты. Темпл, конец связи. Активирован режим дозаправки. Активирован режим дозаправки. Топлива достаточно для запуска главного двигателя. Сработал, Айзек. По датчикам у нас только четверть запаса топлива. Но этого хватит, чтобы восстановить прежнюю орбиту, как только ты запустишь двигатель. Что за... Ложная тревога. Показалось что-то. Thank you.
Активирован режим обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Обеззараживание завершено. Спасибо за ожидание. Зона невесомости. Энергоблок подключен. Центрифуга активирована.
центрифуга активирована. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось. Зона нормального